Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Галины Вольнберг. Композиция называется «Ни о чем меня осень не спрашивай». Музыка исполнения Самвела Фрумовича, видео из интернета из цикла «Ожившая поэзия». Ни о чем меня спрашивай, я потом расскажу все сама, как судьба мне сказала, донашивай все, что я для тебя соткала, сарафаны из кружева белого, перемешку снарядом ночи доносилась до дыр, как сумела я, и хлотаю теперь при свечи сарафан из кружева белого перемешку снарядом ночи доносились до дыр, как сумела я. Глотаю теперь при свечи, рвутся нити, но я ведь упрямая, я за палаточки так положу, в кружева наряжу сарафаны я, а другие наряды сожгу в кружева. Наряжу сарафаны я, а другие наряды сожгу. Ни о чем меня осень не спрашивай, расскажу, как решила сама, что теперь буду только донашивать белоснежный кружева, что теперь буду только донашивать белоснежный я кружева. Ни о чем меня осень не спрашивай, я потом расскажу все сама, как судьба Спасибо за внимание. С вами был Самвел Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт». Ни о чем меня осень не спрашивай.